Чуть больше месяца остается до Нового года, и уже сейчас приходит время подведения первых итогов 2019 года. Каким был уходящий год для жителей Прибрежного и Петровского сельских поселений, смотрите в материале Андрея Вишневского. Совхозный, Прибрежный, Вишневый, Садовый, Степной – пять поселков Прибрежного сельского поселения достойны самых теплых слов. Здесь привыкли жить, чтобы вокруг было чисто и красиво. Но для этого всем необходимо приложить немало усилий. Самый яркий проект последнего времени – благоустройство парка на центральной усадьбе сада гиганта. Работы по созданию здесь еще более комфортных условий для жителей и гостей поселения продолжились и в этом году. Мы сделали капитальный ремонт дорог. Это 2,7 километра. Ямочный ремонт выполнили. Сделали тротуар 300 метров. Ну, нас радует, вот мы сейчас с вами в парке стоим, да, мы в этом году сделали покрытие, осуществили свою мечту, бесшовное покрытие на детской площадке, спортивные тренажеры. Установили новый элемент возле фонтана. Вот. У нас тут белочки в парке, поэтому мы установили кормушки, домики повесили. Также, несмотря, как и все годы, мы уличное освещение 180 ламп заменили. Сеть уличного освещения с каждым годом расширяется. Администрация поселения старается выполнять пожелания жителей, которые они высказывают на сходах. Помогают в работе и квартальные. Администрация помогает в этом вопросе, потому что берется это на контроль. В планы на текущие, на квартальные, бывают на будущий год планируются. Очень много зелени, цветов, розы, березы. Ну все цветет, благоухает. Рабочие нашего МУКа это поддерживает эту чистоту. Завершается обустройство многофункциональной спортивной площадки в поселке Садовом на территории 8-й школы. В Петровском сельском поселении нынешний год славен своими добрыми делами, благоустройством придомовых территорий ряда многоквартирных домов, завершением ремонта больницы и открытием досугового дома в хуторе Водном. Большие финансовые вложения края. Более 36 миллионов использовано поселением для благоустройства асфальтобетонных дорог. Улица Песчаная, Тоннельная, они у нас очень значимы. Это, во-первых, движение маршрутки, да, вот по ней, и школьных автобусов. Поэтому краевые деньги нам очень помогли. Активную помощь в благоустройстве оказывают предприниматели и жители станицы Петровской. Администрация поселения старается выполнять наказы петровчан. За счет собственного дорожного фонда у нас выполнено асфальтирование участка улицы Кирова-Ворошилова в районе храма. Это и дополнительные парковочные места, и часть тротуара, и ливневое отведение там обустроено. Трудно переоценить роль станичных квартальных, которые являются связующим звеном между петровчанами и местной властью. В моем квартале за этот год сделано очень много. Благоустройство, сделан, тротуар по улице Чапаева, подход к 31-й школе. Сделана дорога тоннельная, асфальтированная дорога, тоннельная, песчаная. Сделан щебеночная дорога 2-го песчаного переулка. Произошли большие перемены. Именно касается, что городка по улице Вишневой и Гагарина, частично Гагарина, проведен водопровод. Благодаря краевой программе сделали по улице Строителя, на которой мы стоим, асфальт. Петровчане довольны тем, как преображается их родная станица. Как раз живу здесь, и вот вышла зелень, какая красота. На весну розы вот будут цвести, розы посажены. Хорошо, очень даже нам нравится. Юным петровчанам очень понравилась построенная современная детская игровая площадка. Улучшение водоснабжения. Для этого водопроводные трубы заменяются на новые, также в числе приоритетов местных властей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».